Нет, ничего не находится. Я объяснял, если вы находились здесь, когда я был на сцене с микрофоном, все громадии. У вас просто очень было плохо слышно, вы далеко не знали. Вы не ответили ни на один вопрос. Я ответил на все вопросы, которые вы не ответили. То, что касается ареста вот этого строительства, запрета на строительство, нету главы, обращались в суд с ходатайством, судом было отказано, потому что есть, для юра де-факто есть дозвол на строительство, якобы закона, который сейчас оспаривается, есть назначена экспертиза строительная. Ждем. Предоставлені документи, що тут вообще заправка, стоянка буде. А це хто, директор? Ну, это они, начальник именно райотдела. Зам начальник. Убежал. А що, ми немножко потягали? Тую голову дали. Я вот жду. Есть нормы, так, я не знаю, до 3 минуты. Ваши коллеги говорили, что все в порядке, все проверено 100 раз. Тут не до 3 минуты порядки. Ваши коллеги. Если вы не присутствуете, то вы не присутствуете. Полиция не принимает решение. А хто дає приказ вам оце? А хто дав приказ оце? Варто 20 чоловік. Дайте знову, чекаю. А скажіть, будь ласка, хто дає приказ 20 чоловік охраняти? Хто дає приказ підписав? Хто дає приказ 20 чоловік поліції кожен день охраняти заправку? Хто дає приказ? Хто дає приказ? 20 чоловік, 2 автобуса приїжджає і охороняє заправку. Хто дає приказ? Це міліціонер, саме головне. Він давав приказ. Його яйцями закидали. Він вживається вже. Я зараз шампунь принесу. Та іграєте, що вас опять не яйцями, а брусчаткою закидували. Ну то уже конкретно, вы понимаете? Это же допекло за 9 месяцев. Вони кажуть, от вашего имени полиции, генпрокуратуре обращаться, чтобы арест на этот участок земли был. Пыталась на суду про накладывание ареста. Вы резните, сколько суд впервые. У нас 8 часа в суд. Потому что багато не занес этим судом мороженым. Есть обвиняемые. Вы знаете, что есть такие формы безопасности. Не тільки ВЛР. Не ламайте людину. В сторону! Пусти! Обознач себе, мусор! Ти ще раз мене тронеш! Ти ще раз мене... Обознач себе! Ти хто? Дістушка? Хто такой? Дістанція! Хто такий, блядь? Преса, блядь! Фу, блядь! Ну, затим, ти! Бляха! Фу, блядь! Позвіть! Фу, блядь! Блядь, позвіть парамедика! Парамедика! Давай! Идем! А, блядь! А, блядь! Фу, парамедики где? Парамедики! Аккуратно! Левее! Все, вот медики! Пойдем. Что случилось? Ну, блядь. Сережа, подходите сюда. Хотя пиздец. Блядь, не могу. Аккуратно, стоим. Газом блюдочек, прямо в руки. Да, в руки, упор. И потом промываете. На руки. Ну все. Молоко надо. Я молоком спасалась. У вас специальное средство? А, специальное. У нас не было, у нас мне заливали тоже, эти подонки. Ой, фу, блядь.
Дайте я подержу ви двома руками. Я держу, міленький. Вона прив'язана на проводі. Я буду держати, хай буде. Двома руками умивайтесь. Двома. Щоб попало в глаза. Та пече. Пече, міленький, буде полчаса. Я вже перенесла це. Ну, треба молоко. На руки, на руки. На руки, і щоб в глаза це от попадало. Дихать. Миленькі. Давайте десь його посадимо хоч місто, а? А де сісти? А от до цих, до тортов, і там хай сяде. Пошли. Поведіть його до тортов. Дихать, миленькі. Миленькі. У нас журналістів прямо в лісу без негативного доводу, там пора робота. До тортов, і там є де сісти. Ото. Я держу вашу камеру, держу, миленький, держу. Ваші бризки? Да! Я говорю, молоко надо. Я на вдох хапану. Скажу, що на вдох хватану. Воно вдохнуло мене. Легче становиться, или так же? Та пече, пече, як би. Пече, миленький, буде... Давайте ми його туди, і вон сяде. На шину, вон тут недалеко. Помогіть йому. Ідемо туди сядете. Ми вам поможемо дойти. Я буду нести камеру. Пошли. А що? Помогіть йому дойти. На камеру. Ні, я не панікую. Це то я панікую. На этот, на шину сядете. На шину. Там провод можна відсоединити. Я держу його, нехай, 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 я держу, іду. У вас і зйомка велась цього всього, да, походу. Да, да. Вот тут на шину, сядете, і буду вам трошки. Де шини? От уже шини рядышком, все. От на шину його посадим. Та я все. На каску сяду там. Не, не, от сядете на шину і все. А ви помагайте йому, бідненький. Ой, все, от тут, во. Миленький. Карта його нельзя, да? Давайте, 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 давайте ще. Давайте, давайте, миленькі, давай. Передай Льоху, що ми передислоцировали з крузером і зі заказуємо допомогу. Добре, дитя. Не треба би молока йому зараз. Тамара, що побили? Залили пресу этим, глаза. А я принесу молока. Миленька, Машенька, принеси нам, бедненька. Где пишешь? Привезли з журналістом, який баночку обрізали. Зараз принесуть молоко. Та все нормально. Все нормально, це спеціально отгад. Маша! 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 Іди сюди. Не треба, кажете, ні? Ні, ні, нормально. Машечка моя, ти помощниця наша прийшла, да? Умничка ти моя. Уже вроді би легче. Так сильно, може, бризнули. Так я ж і на вдох поймав, якби він прямо мені в глаза в упор. Так і мені теж. І так, і не то, що бризкнув, а держав. Ти не зображаєш? Леночки прозрачні носити, ну, треба їх мати. У нас такі є очки. Я знаю парамедики у вас всіх. Та можу принести вам. Кого? Молоко. Та ні, ні. Ось тут очки твоя. Сегодня мы решили поздравить с днем рождения. Да? Вчера. Вчера. Когда они сделали, решили подарок сделать, да, сегодня? Да, да, нормально. И как, нормально? Да, очень можно открыть, воно пече. Давайте дальше. Давайте. Не-не, я зараз его проморгаю по чуть-чуть. Нормально будет. Давайте подержу. А не, я сяду. Да. Алло. Да. Да, тут я сижу, отдыхаю. Рабочий день закончился. Хорошо, возьми влажных салфеток. Не, вам не нужны влажные салфетки вообще. Вам надо, давайте. Хорошо, давай. Давай, да. Это должно пройти, и потом еще сутки двое это будет нормально.
А ты где был? Я ж тебя просил, Нила, вот тут и стой. А кто это по редактору? Да. Я сижу десь, я не бачу, возле тортів, наверно. Ми підемо перевіримо, що там, там можна активність. Я возле тортів на колесі сижу. Редактор уходить, ви повністю фланг держите. Ну я десь сижу тут. Ага, давай. У мене буде краще? Ну я не можу відкрити. Привідкриваю, воно наче мене пекти починає. Якщо ви освободились, підтягуйтесь на територію бензоколонки. Не сидіть, не... Ми не можемо підтягнутися, пострадавши, не видіть. Ідіть, ідіть. До мене зараз підійдуть, ідіть. Я тут. Що, тобі забризкались? Так, да, так. Да. Мінус, мінус. Поки не став, все нормально. Ну, Макс, що там случилось? На дороге споткновение, пока ничего серьезного по мелочи. Бля. А, Назар, ты взял салфетки? Я? Да, я на дороге. Тут и впрессу пускай впрескать. Жить на пляже. Чуешь, почему морда так начинает, от пляжа я борю. То ее покорите? Стали вызывать скорую журналисту. Не, не надо. Он отказывает. Да не, я про труд. Скорую надо вызывать, которая не видит. Минус, он отказывает. Ага, бери друг, кидай, кидай на землю. Редактор, мы за дорогу освободили, там, ну, посмотри, что это, потому что там пайка. Кидай, кидай. А где? Вася, ну напрети, я кое-пока флаг, кстати, вот за тебя. Давай. Слушай, я у тебя за спиной, мы лежу закрываем этот... Да бля, я сижу, пускаешь все. Куда уходить вперед? Ты вытирай, раз вытери и выкидай. Да я ж разными сторонами. А мне там девочки забрызгивали. Я прокрипаю уже. Идите, не стыдите. Лучше я тут чик-чик. Идите, я уже приоткрываю. Да, это мой знакомый. Я протру, я трошки уже открываю. Все, работает. Давай. Если что, то мы тут, если... Да я знаю вас, да, я знаю, куда подійти. Ты бачишь, я все позвоню, я тоже помню. Блядь. Вот водой нельзя. А что вы думаете? Бля, я же на вдох поймал, понял эту хуйню. Он мне прямо, блядь, вот так, понял, держит, а я же на вдох поймал. Thank you.